сегодня будем следить за замечательным, увлекательным зрелищем, да, за полуфиналом онлайн-олимпиады. Азартно играете в шахматы, на самом деле, не то слово, друзья, и мы сейчас видим, то есть, насколько драматичная развязка у первого матча. Это только первый матч. Но тяжелейший матч, мы видим, что практически абсолютно равный. Ну, все, небольшой перевес. Сдалась наконец. Ну и так. Россия действительно побеждает в первом матче. Но, опять же, очень тяжелый матч. У нас есть забойщики и забойщицы, и это сказывается. Ну, B1 ферзь — это просто мат. Мат в два хода, на доске. Кони F6 мат. Браво, Андрей. Да, и выигрывает Александр Костюк. Все, 0-3. Все, поздравляем сборную России с победой, с супер убедительным проходом в следующий этап. Как интересно, то есть сейчас близко к 2-0 в пользу сборной США, но на всех остальных досках большой перевес у сборной Индии. Ой-ой-ой, какой-то зевок. Варшаля зевнул, ладей F5. Ух ты, ладей F5, солнце 2, и белые выигрывают. Вау. Все еще было, у Варшаля была совершенно выигранная позиция, и она в два хода проигрывает. Неужели Индия вот так вот потерпит крушение? Вау, ну что происходит? Что вообще творится? Неужели мы сейчас увидим просто апсет? Просто нереальный какой-то апсет. Ну подожди, зевает в свою очередь. Зевает фантастика, зевает талия, просто зевает. Теперь она проигрывает. Какой ужас просто. С лишней ферзи... Ну нет, давай ничего не будем говорить. Это надо просто смотреть. В смысле, как черные сдались? Не может быть. Подождите, почему 1-0? После король H8 черные матуют. Что произошло? Флаг? Ну это тогда просто драма. Это вообще тогда что-то невероятное. 4.5 на 1.5. 4.5 на 1.5 просто громит. Ну если верить таблице, просто сборная США... Просто громит Индию. Вот так вот. После 5-1 финал. Дорогие друзья, о чем мы вам говорим? То есть шахматы – предельно непредсказуемая игра. Хорошо. Просто феерия. Браво. Кто хотел Россия-США, да? Опа. Просто мат. Ну, красивый мат. Красиво. Но круж была уже в цейтноте. Александра Горячкина выводит сборную России вперед, но это пока нам ничего не гарантирует, потому что у Александра Костенюк, кстати говоря, проблемы серьезные. О, Александр Костенюк сделал лучший ход в этой позиции, предложил ничью, и соперница согласилась. Странное решение от Пайкидзе, учитывая, да, что это правда. Но, она, видимо, боевая шахматистка. Да и объективно тут у черных был заметный перевес, надо было прозащитить пешку на А3. И так Александре пришлось бы, мне кажется, непросто. Но в любом случае она большая молодец. Вот прочувствовала ситуацию. Вот что значит огромный опыт. То есть, ну, не идет у тебя партия, но не обязательно ее там где-то, да, проигрывать. То есть можно, есть такая опция, как предложение ничьей, и сработано. Да. Чемпионка. Браво, Саша, да. Кубка мира. Победительница Кубка мира предлагает тебе ничью белыми. Ну, наверное, надо соглашаться, да. В любом случае, если Влад просто выиграет эту партию, то матч будет выигран. То есть первый матч будет, что называется, в кармане. Но надо еще дожать. Здесь легко выигранная позиция у Влада. И такое ощущение, что все-таки принесет он сборной России победу. Ну, тяжелейший матч. То есть американцы просто молодцы. Но наши еще больше молодцы, получается, правильно? И действительно... Как тут, так, сдался Робсон. Сдался Робсон, все, победа в матче. Ну, тяжелая, сложная победа, но хорошая. Матч в кармане, и теперь нам, в принципе, нужно 3-3 во втором матче, и сборная России будет двукратным чемпионом онлайн-олимпиады. То есть в первый раз мы позволим себе произнести эти слова. Пока они еще не стали реальностью, но будем надеяться, что станут... Ну и сейчас ферзь Е5 шах. Давай дождемся ферзь Е5 шах. Давай, Саша, ферзь Е5. Ферзь Е5 шах, ладья G7, да, и ладья D8 шах. Мы хотим это видеть, да. Ферзь Е5 шах, ладья G7, ладья D8. Мы хотим это видеть. То есть, или ладья H7, да. Ну ферзь Е5, да. Сейчас ладья G7. Давай, дождемся все-таки. И, да, ладья G7. Ладья D8. Ну, надо начать с ладья D8. Да, ладья, ну, D8, потом ладья, да, браво, H7. Браво, да. Ну и все, матом заканчивается партия. Великолепно. Великолепно сыграно, да. Просто где барабаны, да. Александр уже улыбается. Ну, знаете, да, я бы тоже улыбался. Еще и в такой партии, знаете, еще если мы выиграем, я знаю, какая будет позиция дня. И ферзь G7 мат. Так, красота, где щиты? Красота. Да, поднять щиты. То есть, в общем, все щиты в чат. Ладья B3 просто ход выигрывает сразу. Все, ладья B3 пошла. Аллея, ну тут все. Ладья B3 — это конец. То есть лучший ход задел король E2, а ведет к пешечному окончанию. Так, да, Есипенко наконец сдался. То есть пока что счет 2-2.
как только Лея выиграет, мы можем праздновать победу. Да, ну а она после ладья b3, шахматная часть этой партии. Ну, король e2 просто все разменивается. Ну, это тотальный размен и пешечное окончание. Молодец, молодец. Здорово, еще h5 хороший такой красивый ход. Ну и все. Угу. И король просто проходит король на g4. Проходит обзорный ряд. Катя Лагно может спокойно соглашаться на ничью. Свирч уже согласился на ничью, еще 2-2. Ну и, в общем, вырисовывается счет 2,5 на 3,5 снова. То есть по счету снова получается у нас тяжелый матч, но мы видели, что запас у сборной России был, да? Угу. И здесь уже, я думаю, еще пока не будем торопиться, сейчас посмотрим. Ну все, сдалась, Сервантес. Поздравляем сборную России, браво, ура, то есть можно теперь уже поднимать щиты. И действительно... Щиты и бокалы России... можно поднимать. Сборная России, да, двукратный чемпион онлайн-олимпиад. Теперь единоличный в этот раз. В этот раз единоличный, тут двух мнений быть не может. Тут никаких ни переигровок, ни споров быть не может. Просто браво.